Попугаи невероятно яркие, умные и подвижные птицы. В самарском зоопарке содержится 8 видов. Сине-желтый ара, Александров кольчатый попугай, ожереловый попугай, розелла, карелла, развощекие неразлучники и хорошо всем известные волнистые попугайчики самых разных окрасов. Ара Карлуша здесь любимица. Ей 6 лет, и она очень общительная. Первые участники конкурса игрушек Егор и Глеб принесли Карлуше свои поделки и, конечно, поделились секретами изготовления. Я сегодня сделал игрушку-погремушку для попугаев. Она делается очень легко. Берем мы яйцо от киндера, потом засыпаем горох, и получилась такая игрушка. Я сегодня в зоопарк пришел не с пустыми руками. Я прочитал в книжке, что попугаи любят синенькие, и сделал для них вот такие вот бусы. Самую вкусную игрушку туда, где у нас попугаи чаще всего появляются, а остальные повесим сюда, поближе к елке. Поскольку попугаи очень игривы, общительны и любопытны, то им постоянно требуется что-то менять в окружающей их обстановке. Поэтому конкурс «Игрушки для Карлуши» как нельзя кстати. Материалы должны быть максимально безопасными для этих животных. То есть это природные материалы, такие как, вот, например, у нас здесь канат, можно так сказать, он из тряпок, из хлопка, из льна состоит. То есть не синтетические канаты. Синтетические канаты могут быть разгрызаны попугаями, попадут в желудок, и птичка просто умрет. Веточки, палочки, там массив древесины, из него шарики, там квадратики, кубики, полосочки, диски, все это на канаты надевать, на веревочки. Все это будет им интересно. Одним пернатым больше по душе лесенки и качели, другие обожают головоломки с лакомствами внутри, третьим нравится звенеть колокольчиком, а четвертый готовы вечно рассматривать себя любимых в зеркале. Сотрудники зоопарка предлагают юным жителям Самары включить свою фантазию и сделать игрушки, чтобы порадовать птиц. Попугаи очень игривые и интересные питомцы, поэтому об игрушках стоит позаботиться заранее. Не обязательно покупать дорогие, достаточно того, что найдется под рукой. Главное, чтобы эти предметы были интересными и безопасными. Игрушки принимаются ежедневно с 24 января по 15 февраля на кассе зоопарка. Обязательно приложите анкету к своей работе, где укажите фамилию, имя, отчество и контактный телефон. Карлуша, Карлуша, игрушки понравились? Понравились игрушки, да? Хорошо, да. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.